Амбулатория поселка Развилка небольшая, всего на 250 посещений в смену. Здесь ведут плановый прием на постоянной основе терапевты и педиатры, гинеколог и хирург. Периодически у нас принимают узкие специалисты, такие как невролог, кардиолог. Сегодня, например, в нашей амбулатории состоялся прием онколога, что в нашей ситуации очень важно, так как на нашей территории онколог постоянно не принимает. Пенсионерка Лилия Ивановна Новикова наблюдается у онколога в поликлинике в Видном. Как только женщина узнала о выездном приеме, решила не упускать возможность посетить доктора в родной Развилке. Народу много, поликлиника маленькая, и врачей не хватает. Либо временные, понимаете, присылают временных специалистов. Приятно, что врач здесь, так, но я у него первый раз, так. Ну, ко мне было достаточно внимательное отношение, но сегодня он есть, завтра его не будет. А записываться к врачам видно, это очень-очень хлопотно. Онколог Асан Загаштоков ведет прием в центральной поликлинике в Видном, а с недавних пор консультирует и в амбулаториях муниципалитета в качестве выездного специалиста. У нас был выезд во вторник. Мы были в совхозе Ленина, там был прием первичный. Также будет осуществляться выезд других врачей по районам различным. Вторник-четверг планируется выезд в Молоково. В этот день на прием к доктору записалось более 20 человек. Всего же у онколога Аслана Загаштокова наблюдается около 1000 жителей Ленинского городского округа. Для проведения операций и высокотехнологичной помощи своих пациентов врач направляет в профильные клиники Подмосковья. Это ведущее учреждение по Московской области, это Балашиха, Балашихинский онкологический диспансер. Ну и, соответственно, направляем учреждения, где могут провести, например, специальное лечение там в Подольск. Чаще всего онкологи сталкиваются с раком молочной железы у женщин и раком легких и предстательной железы у мужчин. Есть какие-то образования, которых не было, и они начали ощущать, или там болезненность какая-нибудь, то, соответственно, сразу надо обращаться и проверяться. Что касается общей онкологии, естественно, это диспансерное обследование, диспансеризация пациентов. Такие выездные приемы в амбулаториях теперь станут регулярными. В поселке Развилка онколог будет консультировать пациентов один раз в месяц. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.